Доброго времени суток, это канал Postproduction. И сегодняшнее видео будет посвящено тому, как добавить библиотеку в сэмплер контакт. Это вторая часть, первая часть видео у меня есть о том, как добавлять через вот эту кнопочку добавления библиотеки. Мы нажимаем, допустим, и идем туда, где у нас наша библиотека, и мы хотим ее установить в контакт, чтобы он ее распознал, и мы смогли с ней работать. Вот, допустим, я иду, значит, хочу вот эту библиотеку добавить, нажимая на нее, как обычно, выбираем, нажимаем ОК, и тут вот такая хрень выскакивает. И мы не знаем, что делать дальше. Сейчас я расскажу, что делать в этом случае. Здесь есть вкладка «Files». Заходим в нее. Здесь, соответственно, наши системные диски, обычные диски. И мы начинаем искать, где у нас находится эта библиотека. Лично она у меня находится в этой, на этом диске. H. Иду дальше. «Контакт». Вот где у меня здесь находятся все библиотеки. И я нахожу, соответственно, вот ее. Здесь распознаются папки все. Идем именно в папку с названием, где в конце будет инструмент. То есть сами инструменты. И вот, пожалуйста, эти инструменты будут здесь. Вот они. Теперь мы выбираем этот инструмент и запускаем его. Инструмент запускается. И, в принципе, мы можем послушать. Соответственно, мы его можем также удалить, закрыв, и открыть следующий инструмент. Ну, или добавлять их сразу все вместе. Это как кому удобнее, соответственно. Вот открывается следующий у нас инструмент. И, собственно, так далее с каждым этим инструментом. Вот, в принципе, вопрос был задан от нашего подписчика. Надеюсь, мы ответили понятно. И самое главное, что еще хочу сказать именно вот для этого инструмента, потому что спрашивали именно установку этого инструмента. Самое главное, что еще может быть проблема в том, что у вас старый контакт. То есть версия должна быть не ниже 5.6.1. У меня версия стоит 5.6.5. Если у вас версия ниже 5.6.1, то в любом случае эта библиотека никак не запустится. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, мы будем их решать, будем отвечать. До новых встреч, пока!